В администрации Люберец прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники внесли изменения в бюджет городского округа на 2023 год, а также рассмотрели ряд имущественных вопросов. Обо всем подробнее Луиза Егиазарян. Первый вопрос повестки заседания – внесение изменений в бюджет городского округа Люберца. Его доходную часть предложили увеличить на 934 миллиона 922 тысячи рублей, а расходную – более чем на 1 миллиард. В результате вносимых изменений дефицит бюджета увеличится на 434 миллиона рублей и составит 1 миллиард 268 миллионов рублей. Внесение изменений связано со следующим последующим причинам. Это изменение закона Московской области о бюджете Московской области на 2023 год. Год и плановый период 2024-2025, изменение государственных программ Московской области и программ городского округа Люберца. Это решение депутаты городского округа Люберца поддержали единогласно. Также народные избранники дали согласие на передачу в собственность Московской области архивных документов, которые находятся в муниципальной собственности городского округа Люберцы. В настоящее время нами подготовлены перечни архивных документов, которые мы передаем в Московскую область. Это у нас первый перечень документов, хранящийся в архивном отделе управления делами администрации городского округа Люберца, находящийся в муниципальной собственности. И второй перечень архивных документов – это хранящийся в архивном управлении делами администрации, находящийся в государстве и муниципальной собственности, которые также подлежат передаче. Участники встречи ознакомились с новыми правилами коммерческого использования муниципальных жилых помещений, а также порядком формирования специализированного жилищного фонда. Кроме того, они утвердили положение о молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Спасибо.